только что из Красногорского суда. Новость, опять у нас суды, ну, ограничили доступ к судам. То есть на входе стоит судебный пристав и смотрит по спискам, какие дела там, кто истец, проверяет доверенности. Вот свидетеля сегодня я смог завести только под свою ответственность, потому что он, естественно, там ни в каких списках его нету, которые у приставов. Вот. А касательно следующего, касательно самого суда по ДТП, там машина попала в яму, и вообще я удивился, ну там хороший, ну в смысле большой ущерб получился вообще машине, и очень я был удивлен, когда у нас сейчас Мосавтодор ответчик, и Мосавтодор как бы должен заплатить деньги, как мы считаем, а Мосавтодор, значит, у них подрядчик, и вот эта вот вся схема, как у нас дороги ремонтируют, вот она прям наглядно видна в этом, благодаря вот этому судебному заседанию, то что Мосавтодор ссылается на одно у подрядчика, у этого подрядчика субподрядчик, и вот сегодня в заседании у нас субподрядчик попросил привлечь еще субподрядчика. То есть представляете, там сколько голодных ртов вот это распиливают, этот бюджет, который Мосавтодор идет на постройку, и каждый подрядчик берет себе, естественно, там, и мы смотрим прям по контрактам, как сумма уменьшается, и до последнего субподрядчика уже там доходят какие-то копейки, поэтому дороги так и ремонтируют.